Два лица каждого знака зодиака. Какое из них принадлежит вам? Небольшое количество людей знает, что каждый знак зодиака имеет два разных типа. Можно сказать, что у каждого знака зодиака два лица. Есть люди, у которых описание их знака зодиака четко соответствует им самим, но встречаются и такие, для которых оно лишь частично подходит. Все зависит от даты рождения и вашего асцендента. Поэтому не стоит удивляться, что в вашем гороскопе что-то не совпадает, на то есть свои причины. Сегодня мы хотим рассказать вам о том, какие два лица у каждого знака зодиака. Прочитав описание, вы поймете, к какому типу можно отнести лично вас. Просто поразительно, насколько они могут разниться, хотя это один и тот же знак зодиака. Прочитайте описание и попробуйте определить, какой вы по-настоящему. Ведь если вы припомните из личного опыта, то среди ваших знакомых точно найдется пара людей, которые совершенно не похожи по характеру, но родились под одним знаком зодиака. Овен, тип первый, у этих людей плохой характер, и они никогда не сдаются в драках. Хотя они, как правило, тихие, иногда они могут быть пугающими и буйными, все зависит от ситуации. Тип второй, эти люди очень красивы, и другие смотрят на них снизу вверх. Они также могут быть эгоистичными. Однако люди игнорируют это, поскольку считают, что быть в их жизни – это привилегия. Они умеют заботиться о себе, но им также нравится, когда они находятся в центре внимания. Любят свою семью и заботятся о ней. Телец. Тип первый, когда им нужно что-то делать, кроме работы. Эти люди оказываются очень ленивыми. Вместо того, чтобы расслабиться и пойти гулять с друзьями, они в свое свободное время лучше проведут за просмотром фильмов на своем уютном диване. Тип второй. Эти люди действительно спокойные и уравновешенные, но чего они терпеть не могут, так это шуток о деньгах. Они обладают характером, с которым никто не может справиться, и они будут уничтожать каждого, кто встанет у них на пути, когда они злятся. Близнецы. Тип первый. Эти люди двуличные и лживые, они вонзят вам нож в спину, если им это будет выгодно. Каждый человек вокруг них знает это или осознает их потенциал. Их постоянно окружает много интересных людей. Но они мало к кому проявляют искреннюю симпатию. Деньги для них очень важны. Тип второй, этих людей довольно легко обидеть, потому что они очень ранимы, доверчивы и добры. Они сопереживают своим друзьям и знакомым и всегда готовы прийти на помощь. Близнецы веселые и харизматичные с высоким интеллектом и особой креативностью. Они завораживают, влюбляют и притягивают к себе одним лишь взглядом. Они могут быть замечательными друзьями. Не меркантильны? Рак, первый тип, эти люди очень заботятся о любимых людях. Они покрывают других и позволяют им использовать себя. Когда дело касается их собственной жизни, они должны быть очень настойчивыми. Они должны попытаться жить для себя, а не для других. Тип второй, эти люди заботятся о тех, кто их окружает, но они никогда не позволяют потребностям этих людей вмешиваться в их жизнь. Все должно быть в рамках разумного. Они с радостью помогут тем, кто для них важен. Лео, тип первый, эти люди эгоцентричны и неприятны. Они считают, что никто или ничто в мире не имеет значения больше, чем они сами. Другие их ненавидят, но иногда им приходится делать вид, что они им нравятся. Тип второй, они любят себя, но понимают, что они не центр вселенной. Иногда они не против помочь тем, кто нуждается в их внимании и поддержке. Они общительны и забавны, и готовы учиться и учить, не делая вид, будто знают все на свете. Дева. Тип первый, эти люди хорошо организованы, а иногда и эгоистичны. Им не нравится иметь дело с другими, если эти люди не являются их друзьями. Они трудолюбивы и беспокоятся больше, чем должны. Считают себя умнее и собраннее других. Выглядят как зазнайки и умники. Тип второй, девы любят случайные связи и всегда находят решение проблемы. Они довольно эмоциональны, хотя и не демонстрируют этого, а также имеют секретную дикую сторону. Любят все красивое и утонченное, имеют много подруг. Весы, тип первый, они предпочитают длительные и содержательные отношения, так как не любят тратить время на игры или интрижки. Они быстро признают свою неправоту и всегда исправляют чужие ошибки. Тип второй, эти люди всегда уделяют больше внимания определенным вещам. Ценят эстетическую красоту. Другим трудно отказаться от их просьб. Они используют свой мозг как способ выхода из некоторых неважных ситуаций. Скорпион. Тип первый. Скорпионы действительно соблазнительны и любят волочиться за другими. Они освоили романтическую игру, но долго находиться с одним партнером не хотят. Тип второй. Эти люди чувственны, прекрасно ладят со своим партнером в отношениях, пока не угасает пламя страсти. Они юмористичны, а другим нравится их высокомерие. Они еще те штучки. Стрелец.
Первый тип – они любят путешествовать и совершать забавные вещи. Они также эмоционально отстранены, никогда не останавливаются только на одном человеке. Постоянство – это не про них. Второй тип – им нравится иметь друзей. Чем их больше, тем лучше. А как приятно путешествовать вместе с приятелями. Это свободные духи, которые больше связаны с миром, чем другие. Они также любящие и добрые. Козерог. Первый тип – эти люди, невежественные придурки, которые большую часть своего времени проводят за работой. Это заставляет их тратить меньше времени на личную жизнь. Они считают, что их образ мышления уникален, и они готовы идти на все ради своего материального благополучия. Второй тип – они резкие и взрывоопасные, когда злятся, но позже, когда успокаиваются, становятся благоразумным и спокойными. Им не нравится ждать, потому что они не очень терпеливые люди. Знают цену деньгам и готовы работать ради того, чтобы они и их семья жили в достатке. Умеют хорошо шутить. Водолей. Первый тип – эти люди всегда думают сами за себя и сохраняют свой разум открытым. Они ужасные лжецы и могут быть более изобретательными по сравнению со всеми другими знаками зодиака. Эгоистичные даже не скрывают этого. Второй тип – они чрезвычайно самостоятельны и независимы. Ненавидят, когда им приходится просить о помощи, поэтому они сделают все, чтобы этого не произошло. Обычно их неправильно понимают. Имеют очень творческий подход ко всему, за что берутся. Рыбы. Первый тип – у этих людей огромное сердце, и они иногда могут быть слишком чувствительными. Они всегда выявляют лучшее в окружающих их людях. Очень интуитивны, всегда следуют своим инстинктам. Тип второй – они порой закрываются от людей, но по разумной причине, ведь они знают, какими злыми иногда могут быть люди. Рыбы – настоящие мечтатели и любят проводить время в одиночестве, играть в игры, читать книги и смотреть фильмы. Они глубоко эмоциональные существа, которые ищут внимания в отношениях. Теперь вы знаете, что есть два лица каждого знака зодиака. Какое из них будет вашим, решать только вам. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.